Ну а на смену сельскому поселению Волковское в нашей поздравительной череде спешит сельское поселение Колюбакинское. Село Колюбакино известно с начала 16 века. Сегодня в сельском поселении Колюбакино двойной праздник. Помимо Дня Московской области, колюбакинцы отмечают 80-летие со дня открытия Колюбакинской средней общеобразовательной школы. Помимо этого, на протяжении уже многих лет на территории сельского поселения Колюбакинское действует Колюбакинский игольный завод. Когда-то он был крупнейшим в стране производителем игл для патефонов. Но прогресс не стоит на месте, и сейчас патефон можно услышать разве что в музее. Однако производство реорганизовалось, и Колюбакинский игольный завод радует нас своей продукцией поныне. Так же, как и карьерные месторождения, знаменитые среди строителей Подмосковья Багаевские и Орешкинские карьеры, которые снабжают песком и щебнем весь запад Подмосковья. Ну и, дорогие друзья, как я уже и сказал, сегодня очень яркий, очень важный праздник в сельском поселении Колюбакинское, поэтому лично глава сельского поселения Колюбакинское решил отметиться на видео поздравлении. Он просил, приносил свои искренние извинения за то, что они не смогли предоставить нам свои творческие коллективы, которые сегодня всем составом находятся в этой замечательной Колюбакинской средней общеобразовательной школе. Ведь именно сегодня им исполняется 80 лет. Поэтому давайте посмотрим слова, послушаем слова и посмотрим видео поздравления от главы Колюбакинского сельского поселения. Находимся в кабинете главы сельского поселения Колюбакинское Сергея Борисовича Макаревича. Сергей Борисович, расскажите про ваше самое значимое событие. На сегодняшний день в нашем сельском поселении Колюбакинское, наверное, самым главным и важным для нас является праздник, без сомнения, праздник – это 80 лет Колюбакинской средней школе. В нашем сельском поселении есть на что посмотреть и есть чем гордиться. Это Колюбакинский игольный завод с более чем вековой историей природы, предприятия промышленные, наверное, одно из крупнейших, это как Багаевский карьер. Есть на что посмотреть, есть на что показать. Мы все жители Московской области, мы гордимся своей страной и местом, регионом, где мы проживаем. В этот день я хочу поздравить всех жителей Московской области, жителей Рузовского района, жителей сельского поселения Колюбакинское с праздником 85-летия образования Московской области. Всем всего самого хорошего. Мы живем в самом лучшем районе, в самой лучшей области нашей страны. Мы находимся возле Колюбакинской средней общеобразовательной школы. Ей сегодня исполняется 80 лет. Но кто же нам расскажет лучше об этом событии, чем директор школы Татьяна Алексеевна Щербакова? Добрый день. Хотелось бы сначала поздравить Московскую область с ее 85-летием. Но у нас сегодня свой юбилей. Нашей школе Колюбакинской 80 лет. 1 сентября 1934 года она радушно распахнула двери. Тогда она еще была 7-летней. Но прошли годы, школа славилась своими выпускниками, своими работами. Я хочу пожелать своей школе процветания, добра, мира, пожелать выпускникам школы удачи, счастья, семейного благополучия, чтобы наши выпускники славили свою родную школу. А вы, может, или расскажете еще, какие у вас... Ну что ж, вот такие у нас поздравления. И, собственно говоря, сумели мы увидеть еще одного юбиляра в этот сегодняшний замечательный день.